Председатель правительства при Ангаре Константин Зайцев и заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Толбацкий провели деловую встречу. Также присутствовали и министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков. Главной темой обсуждения стал ход работ комплексной модернизации службы занятости в регионе. Ее проводят в рамках президентского национального проекта «Демография». Помимо этого, Ян Толбацкий узнал, как в Иркутске проходит модернизация флагманского кадрового центра Иркутской области. В конце встречи заместитель отметил, что важность рабочих поездок заключается в мониторинге региональных проектов, разработок и их продвижения на федеральном уровне. Часть центров занятости мы посмотрели, в основном в сельских населенных пунктах. Ремонтные работы идут в графике, получаются очень хорошие, замечательные центры занятости, комфортные, удобные, большие изменения в части инфраструктуры, поэтому здесь позитивно оцениваем ход проекта. Но и самое главное, что коллеги меняют не только внешний облик центров занятости, но и их внутреннее содержание. Их самое главное – наполнить содержательно. И здесь должен быть комплекс мероприятий, о которых мы сегодня с Иваном Петровичем говорили. Это то, что касается сопровождения от учебного заведения до самого работодателя. И здесь как раз фонд занятости должен стать таким мостиком для этого прохождения пути молодого человека, для того, чтобы он мог получить профессию.